Аллаху Акбар! Известно, что во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, призыв на молитву звучал не с минаретов. Однако это не означает, что эти строения, ставшие своеобразными символами ислама, не соответствуют установлениям шариат. Как рассказал сподвижник посланника Аллаха Абдуллах ибн Саад, да будет доволен им Аллах, в окрестностях вокруг мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мой дом был самым высоким, и вначале Билял провозглашал азан с крыши моего дома, пока посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не закончил строительство своей мечети. А после окончания строительства мечети он провозглашал азан с крыши мечети. В дальнейшем ему на крыше соорудили возвышенность, с которой он провозглашал азан. Данный хадис является ярким доводом, что желательно провозглашать азан с высоты, и чем выше эта возвышенность, тем лучше. Разница лишь в том, что при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, не было сложных конструкций и не было времени отвлекаться на разные высокие строения. Первый же минарет в исламе появился в мечети сподвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Амра ибн Аль-Аса в Египте, и датирован он 678 годом.